ocean is lagoon. I feel the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do said stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be your master? С вами канал Comet Alex. И сейчас будет видеообзор про куколку плюшевую Monster High Gulu & Yops. Мой ребенок просто обожает этих кукол плюшевых. Ну и мы немного пополняем ее коллекцию. В общем, скажу так, эти куклы, они, конечно, такие необыкновенные. Вот. Они вроде бы и Monster High, и вроде бы плюшевые, мягкие, прикольные такие. У кого есть младший брат или сестричка, или же ребенок, в принципе, очень даже советую. Такие милые, добрые игрушечки. Многим не нравится, потому что они их ассоциируют с куклами обыкновенными, не плюшевыми. Я считаю, что здесь не должно быть никакой ассоциации. Ну, теперь такой короткий обзор про коробочку. Коробка красная, с черным, как у обычной Гулии. Но если обратим внимание на герб школы Monster High, он старого образца. И надпись Monster High тоже старого образца, видим. Кукла покупалась у нас в Украине, поэтому много переводов, и также есть и русский. Вот. Ну, не здесь, не на самой коробочке, а на самих наклеечках. Здесь мы видим просто такой черепок Гулии, да, и написано «Друзья» на разных языках. Вот, тут прикреплена Гулия с ее совенком. Переворачиваем коробочку, и мы видим уже изображение Гулии из мультика. Вот такая красавица наша с ее совенком. Вот. Ну, в общем, обычная коробка, ничего особенного. Вот, вы можете просто видеть. И куклы, которые идут в этой серии, но по три куклы. Здесь наша наклеечка закрывает саму Гулию. То есть игрушка плюшевая, здесь вот изображена за наклейкой плюшевая Гулия. Также сюда входит Спектра и Эбби. Сейчас мы ее распакуем, эту красавицу. Вот мы достали красивых плюшевых таких игрушек. Это совенок и сама кукла. Сама кукла намного меньше, чем сама кукла Гулия, то есть по высоте. Вот, они маленькие, небольшие такие игрушечки. Хочу сказать, что куклы сделаны полностью из ниток, из ткани. Нет ни пуговиц, ничего такого пластикового. Вот, например, глаза. Могут показаться, что они сделаны из пуговиц. Пуговицы просто пришиты. На самом деле это очень качественно сделаны. Сделана такая вышивка, глаза такие красивые. Вот, очки тоже пришиты. Из ткани вырезаны, обшиты. Вот. Ротик вот такой вот обшитый. Сережки тоже из вот таких вот веревочек, можно сказать, розового цвета. Волосы сделаны вот из таких вот закрученных ниток. Цветовая гамма — это синий и голубой. Нижние волосы пришиты к голове, а верхние прядки вот так вот спадают. В общем, интересно сделано. Обруч на голове — это просто ткань, вшитая в голову, то есть ничего более. Дальше. Наряд на ней обыкновенный, то есть, ну, очень похож на то, какой у базовой Гулии, у куклы. Значит, смотрим. Оно все прошито в саму куклу. Даже вот эта маечка. Ну, тяжело палец туда просунуться. А сверху полностью вот пришита к самой кукле. Ничего не снять невозможно. Пояс также такой же, как у базовой Гулии. Вот ее каплики такие. Все сделано из такой мягкой ткани. Ну и вот сеточка мы видим. Сеточку можно вот так приподнять на одной и второй ручке. А на ножках уже интереснее. Такое из дермантина, наверное, сделано. Или из какой-то такой ткани наклеены вот такие вот у нее сапожки. Вот здесь вот опять же идет ткань. Вот.
мы только достали ее, это мы еще не обрезали. Ну, здесь ничего особенного, из каких компонентов сделано и что сделано в Китае. Вот. Это вот такая гулия. А теперь про совенка давайте посмотрим. Он тоже полностью весь из ткани. У него такая флисовая ткань, можно так сказать. Он такой нежно-голубой. Личко такое сердечко темно-синее, глазки желтые, ротик беленький, клювик такой. Ну, не видно, что клювик, они сделали типа ротика такого. И как у гулии, над левый глаз вот таким вот красным вышито, такой узор. Тут такая манишка у него, грудка белая, крылышки. Просто ткань вырезана. Ножки тоже вырезанная ткань белая и прошита черными нитками. Вот такой красивый. Вот у него тюбчик такой. Симпатяшка. Тоже это мы еще не обрезали, потому что только вот достали. Вот такие вот красивые куклы две. Единственное, что вот просьба... Я много читала отзывов про этих кукол, что многим, боже, какие они страшные. Ну, просьба, не сравнивайте, пожалуйста, с обычными куклами. Это плюшевые. Плюшевые нельзя передать полностью, как выполнена обычная пластиковая кукла. Я считаю их красивыми для тех, кто любит плюшевых кукол. Они милые и интересные. Понятно, что с ними играть не будешь. Это, ну, или совсем для маленьких деток. Вот. Или же просто для коллекции, как кто любит вообще просто тащиться от Monster High для коллекции. Поэтому, ну, на вкус и цвет, как говорится, общих людей нет, но не судите строго эту куклу. Она действительно классная. Всем спасибо, с вами был канал Кэмэт Алекс. Пока-пока.